Воспитанники школы спортивного танца «Надежда» порой показывают такие сложные танцевальные элементы, выполнить которые сможет не каждый взрослый, ведь тренируют юных спортсменов заслуженные мастера спорта. Школа спортивного танца «Надежда» – одна из сильнейших в Московской области. В мае этого года ее воспитанники заняли второе место на межрегиональных соревнованиях по чирлидингу, которые проходили в Санкт-Петербурге. Посмотреть на мастерство спортсменов можно было на дне открытых дверей, который прошел в спортивном комплексе «Факел». Чтобы дать напутственные слова юным спортсменам и обсудить с тренерами и родителями развитие этого вида спорта на открытый урок, пришел депутат, мастер спорта, чемпион России по автоспорту Михаил Раев. Значит, чирлидинг у нас теперь попал в Олимпийские игры. Вот. Поэтому я вот сейчас педагогам говорю, педагоги очень сильные, что надо подготовить команду уже для Олимпийских игр. Я думаю, все получится. По словам Михаила Раева, карьера олимпийских чемпионов начинается с простого увлечения – дворового спорта. Поэтому так важно создавать условия для юных спортсменов. Всего же за 5 лет в городе открыты 10 спортивных комплексов. Более 50 спортивных площадок были отремонтированы и модернизированы. К началу учебного года были построены 2 спортивных ядра – в 14-й школе и 13-м лицее. Реконструировано футбольное поле в 16-й гимназии.